Тебе стало скучно? Хочешь повеселиться? То тогда я тебе могу посоветовать дневник Диппера и Мейбл Gravity Falls. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сейчас я вам расскажу о прекраснейшей книге для фанатов Gravity Falls, мультфильма Алекса Хирша, дневник Диппера и Мейбл. Авторами данной книги являются сами Диппер и Мейбл. Ты можешь сомневаться, братик, но я чувствую, что лето будет супер. Не удивлюсь, если прямо сейчас сюда войдет мужчина моей мечты. Кошмар. О, нет! Это самая полная инструкция по выживанию, если вы соберете городок Gravity Falls. Тайные местечки, секретные шифры, встречи с неведомым и способом борьбы с ним, веселье гарантировано. То есть это как бы книга одновременно... Дневник, то есть тут ты можешь заполнять что-то, тут написано, что нужно делать со страницами, но большинство, короче, тут нужно читать. Для любителей мультсериала Gravity Falls это просто невероятная находка. Тут же также различные факты, интересные какие-то. Заковырочки, и она иллюстрирована, она стоит своих денег, я ее купила в Беляночь. Также тут ведется повествование как от Диппера, так и от Мейбл, также от Суса, Блендин. Страница там была шифра. Я так и не поняла ее значение, мне кажется, надо перелопатить по-новой этот дневник и переделать его. В общем, если вы не знаете, что такое Gravity Falls, то вы, наверное, просто не смотрите канал Disney, потому что Gravity Falls это самый популярный мультсериал на данный момент, потому что там есть пасхалочки, всякие какие-то такие моментики интересные, всякие предпосылки к чему-то, отсылки к чему-то. Также на последнем фокусе книги был плакат с Фанлас. Девочка, давай с тобою улетим. Дай мне руку, и мы в пути. Нам с тобою больше никого не надо. Будем танцевать вместе до упаду. Милая, послушай, я хочу сказать. Посмотри в мои глаза. Ты поверь, твоя судьба. Быть со мной всегда-всегда. Бежи подальше от реальности. И мы будем вместе вечно. Подождите, еще пару минут. Но... Я фанатка. И на обратной стороне карта. То есть такой вкладыш вот в самой конце книжки. В общем, там есть различные идеи для какого-то оформления своих каких-то вещей, как Мейбл, и всякие прикольные такие штуки. Поэтому, если вам вот реально сидите, вы скучно вам, или вы едаете прям фанатам, то эта книга просто обязана быть у вас. Получилось какое-то очень коротенький видео, книжный обзор, потому что сюжета там особого нет, просто факты, но так как мне книга очень понравилась, и я не могу вам посоветовать, даже если вы не увлекаетесь данным сериалом. С вами была я, Ксения Кузнецова, читайте книги, всем пока!